Я считаю, что эта выставка – это просто святое дело, потому что иначе эти бесценные кадры могут уйти в параллельное измерение притомных цветах. И то, что нашлись люди, которые в эти тяжелые уже дни помогают привести это, во-первых, в цифровой формат, во-вторых, сохранить для вечности, кстати, людей, которые уже часто не танцуют на сцене и просто уже не выступают, и спектакли, которые ушли, то, что мы сегодня имеем возможность их видеть, а некоторых просто нет уже. Я считаю, что эта выставка и в память ушедших, и благодаря, так сказать, доброй воле многих людей, они до сих пор живы и будут жить всегда. А это для балета великое дело. Потому что балет – это мгновение. Леонид Тимофеевич Жданов всегда удавалось очень хорошо запечатлеть это мгновение.